Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в криминалочку за серым 1 Хлеплей, первый сер, мне здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить мне в регистрации и также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. И при достижении 5 уровня получите 50 тысяч, при достижении 10 уровня вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме получите 150 тысяч. Поэтому для этого вводите мой промокод. Промокод можно вводить на любом сере Amazing Roleplay. Ну что ж, я думаю, вы многие этого ждали, и я хочу сказать вам очень большое спасибо. Вы буквально за 6 часов набрали 300 лайков, но на данный момент там уже 408 лайков или 410, что-то в районе этого. Большое вам реально спасибо, я увидел вашу поддержку, что вы реально хотите видеть Амазинг. Давайте договоримся так, впредь уже не будет, типа, ухожу, возвращаюсь и так далее. Это реально уже детский сад, я это реально осознал, и больше такого не будет, я вам обещаю. Хочу играю, хочу не играю, все, ухожу, прихожу, так. Такого не будет, все, пацаны. С этим, я думаю, все решено. Итак, пацаны, сегодня новая серия. Ну как серия? Сегодня будет разговорная серия. Да, это будет летсплей, но разговорный летсплей. Расскажу план на будущее немножко. Потом покажу вам, что изменилось за все это время, когда я не снимал серии. Ну и о чем-то еще, в принципе, говорим. Все, всем приятного просмотра. Итак, повторюсь, вы набрали реально 300 лайков просто за 6 часов, пацаны. За 6 часов. Надеюсь, такая активность будет и дальше. На всех моих видео по Амазингу я буду видеть от вас отдачу, и я буду стараться делать видео все качественнее и качественнее. Сразу скажу, что видосы будут выходить не так часто, как раньше. Да, они будут выходить, ну, примерно где-то 2-3 видео в неделю, может быть больше. С чем это связано? Это связано с тем, что я хочу реально делать очень качественные видео именно по Амазингу. Ну и, в принципе, другим проектом тоже. И поэтому я буду стараться снимать именно то, чего я раньше не снимал по Амазингу. У меня есть очень хорошая идея, и я надеюсь, что я смогу ее реализовать. Это видео будет связано с пранком, может быть, над игроком. И это будет очень интересно. Поэтому, пацаны, ждите. Я надеюсь, что в скором времени мне получится записать такое видео, и вы с радостью его посмотрите. Я вот, честно говоря, вообще ни секунду вас не сомневался, потому что я знал, что у меня очень классная аудитория, потому что вы реально у меня просто самые лучшие, самые просто охуенные подписчики, потому что, блин, я просто реально не сомневался в вас. Отдача была очень хорошая, и мне реально было очень приятно. Я увидел, реально мне появилась мотивация вернуться все-таки на Амазинг и снимать для вас видеоролики. Хотя мне здесь не платят, и я с Амазингом не сотрудничаю. Насчет руководства давайте я вам скажу. Насчет руководства мое мнение поменялось. Руководство для меня как было плохим, так оно и осталось. В принципе, я своего мнения не поменял. Что-то с текстурами, да, пацаны? Не то. Немножко. Ну ладно, давайте подождем. Так, я решил поехать в другую сторону. Что-то реально подвисать жестко. Честно, я вот вчера заходил, хотел поиграть там, чисто покататься немножко. Но, блядь, просто сервак очень сильно лагает. Это не просто сейчас так он лагает. Это не большой онлайн он лагает. Он лагает постоянно просто. Я что, не заходил вчера, постоянно он лагал, и реально невозможно играть. Я сейчас не хочу, типа, хейтить проект, но, блядь, так оно и есть, понимаете? Реально, вот только добавили этот Хэллоуин, и постоянно лагает сервак. Даже я вот заходил оплачивать налоги, я замечал, что сервак реально лагает. И играть вообще невозможно, серьезно. Я не знаю, когда это исправят, но, блядь, хотелось бы, чтобы это нахуй исправили. Фух, понимаете, я реально не хочу обсирать проект, я не хочу бомбить, но серьезно, уже понимаете, на протяжении, ну, 3 минут сервак не может отлагать просто, смотрите на это. Это не у меня хуёвый компьютер, это не у меня хуёвый интернет, это, блядь, просто что-то либо с хостингом, либо это DDoS, я точно не знаю. Но реально это заебало, серьезно, это реально бесит просто, это просто бесит. То, что я не могу просто даже поездить спокойно, просто потому что сервак залагивает на неопределенное время, это реально пиздец просто. Вот, блядь, и потом меня говорят, что я хейтер, блядь. Ну, как оно есть, я всегда так и говорю, блядь. Ну, серьезно. Вы думаете, я не знаю, может быть, это только на первом сервере такая дичь. Но, блядь, вы, в принципе, сами видите, вот вам пруфы, блядь, как вы любите говорить, пруфы. Вот вам, блядь, пруфы. Вот, смотрите, я тачку закрыл, открыл, и я в нее даже сесть не могу, блядь. Короче, пацаны, как только это лагает, я уже продолжу, потому что я не хочу, чтобы это видео было негативным. Поэтому давайте продолжим чуть позже, когда все будет нормально. Так, я, короче, перезашел, потому что нихера не отлагивало, поэтому пришлось перезайти. Короче, давайте продолжим наш разговор. Насчет серии я сказал, что я хочу что-то снять реально стоящее, поэтому серии будут выходить не так часто, но они будут очень качественные, пацаны. Бля, чё с моим бассейном, бля, чё за дырочка? Ладно, в принципе, неважно. Хочу сделать реально что-то годное, вот доказать просто всем, что я реально могу снять очень годное. То все говорят, что я снимаю только дерьмо, никакого интересного контента и так далее. Ну, посмотрим, в принципе. У меня есть идейка.
техникой, поэтому я думаю, этим видео я смогу всем доказать, что я могу снимать охуенные видео, но я и так снимаю нормальные видосы, пацаны, потому что вы их смотрите, вам это нравится. Я не хочу кого-то удивить монтажом, я не хочу кого-то удивить каким-то сюжетом. Я снимаю обычные видосики, дневник жизни моего персонажа, грубо говоря, я снимаю. Я об этом всегда говорил и говорить буду, как бы. Насчет конкурса, пацаны, конкурс будет, скорее всего, в следующей серии, просто нужно снять отдельное видео, посвященное именно конкурсу, я думаю, вы понимаете. Поэтому ждите, пацаны, на этой неделе точно будет, скорее всего, либо видео выйдет сегодня, либо завтра. Поэтому просто ждите, конкурс будет на 10 миллионов, 10 призовых мест, в принципе, как я говорил, так все и будет. И поэтому не переживайте, конкурс, если что, будет, я свои слова держу. Что произошло из изменений? Давайте я попробую прописать такую команду, upgrade, если она у меня пропишется, да? Нет, неправильная команда. Ладно, короче, я там купил все улучшения, чтобы в час звезды пропадали, и все, в принципе. Вот такие изменения, больше никаких изменений нету. Машины, которые у меня были, такие остались. Бизнес, какой у меня был, такой остался, вот. Дом у меня какой был, такой остался, короче. Все по-старому, кроме того, что я просто купил себе апгрейд, чтобы звезды раз час пропадали, и все. А так все по-старому, пацаны. Все, вот такое было разговорное видео. Всем спасибо за просмотр, надеюсь на вашу поддержку, реально. Вот поддержка в предыдущем видео по Мазингу просто 400 лайков. Надеюсь, такая поддержка будет реально под каждое видео. Все, всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.